Эй, ты! Какого черта ты так несешься? Тогда кто я? Где я буду спать? Я не могу спать на диване, я же пациент. Либо ты сдвинешь диван, либо я буду спать с тобой в одной комнате. Завтрак на столе. За диваном лежит одежда. Что случилось? При использовании техники необходимо соблюдать осторожность. Не кладите металл в микроволновую печь. Ты никогда не использовал микроволновку? Если тебе нечего делать, погуляй на улице. Не уничтожай мой дом. Это все деньги. Посмотри, что он натворил. Простите, его господин. Его только что доставили. Это пиво очень дорогое. Твой брат разбил весь ящик. Вы Гуаньсин? Почему взрослый забирает игрушки у ребенка? Вы можете следить за своим мужем? Я очень сожалею. Что случилось? Там что-то есть. Где? Вот это? Думаешь, достаточно просто наступить на него? Знаешь, сколько личинок может он создать? Ты хочешь сказать, что теперь у нас в доме будет 84 таракана? Да. Вдруг они будут ползать по тебе? Это ты сделал? Похоже, ты тоже трусиха. Через 30 минут все автоматически уберется. Ты так близко ко мне наклонилась. Чего ты хочешь? Если бы я был разыскиваемым преступником, то ты была бы моей первой целью. В конце концов, ты одинока и непривлекательна. Иди сюда, включи фонарик. Как же темно. Где моя зубная щетка? Я случайно уронил ее в унитаз, когда ходил в туалет. Мне вернуть ее на место? Ты хочешь, чтобы я почистила ей зубы? Что ты делаешь? Такие люди, как я, без какого-либо воспитания непредсказуемы. Так что думай, что говоришь. Ублюдок, убирайся из нашей семьи. Что с тобой? Почему ты трясешься? Ты боишься воды? Подожди.
У тебя что-то на лице. Давай помогу. У вас есть девушка? Вон она. Осторожно! Кожа порвалась. Ну и что? Ничего страшного. Быстрее, быстрее, дождь усиливается. Ай! Иди в свой душ, но ты не можешь снимать одежду передо мной. Помоги мне принять душ. Ты мне нравишься. Ты нигде не видел вазы? Нет. Иди спать. Зачем ты их накрыл? Они же испортятся. Они привлекают мух. Каких мух? Где ты тут мух увидел? Как расточительно. Сегодня, гуляя по рынку, я выиграл приз. Мне дали 2 билета в кино. Фильм будет в пятницу в 8 вечера. Ты ведь закончишь работать? У меня нет времени. В общем, фильм в пятницу в 8 вечера. Приходи, если хочешь. Ты не посмотрел? Нет смысла смотреть его в одиночку. Подожди! Подожди секунду! Как мы можем пропустить фильм, который ты хочешь посмотреть? Теперь я тебя приглашаю. Где ты? Я больше никогда тебя не прогоню, слышишь? Я слышу тебя. Почему ты не дал мне звука? Я просто хотел посмотреть, что ты со мной сделаешь посреди ночи. Это мое. Теперь я вижу, что твой злой взгляд на самом деле довольно симпатичный. Кто тут злится?